Всем здравствуйте! Сегодня 25 апреля 2023 год. Вторник. Одесса. Игоречек, не отвлекайся, да. Включайся. Мы вместе. У нас сегодня очень тепло, но утром и днем мы не смогли пойти, поэтому идем сейчас. Нам позвонили, нам надо в одно место. Так мы уже в это одно место пойдем с вами вместе. Так, что я вам хочу сказать, что вы знаете, завтра почти вся Одесса будет без воды. Ремонтная работа? Да, это будет Киевский район, Приморский и Малиновский. Нас пропускают, какие вежливые у нас. Ты хочешь идти по здесь? Да. А, хочешь здесь? Хорошо. Да, не будет воды с 9 утра до 19 вечера. А как оно будет на самом деле, неизвестно. А что еще? А еще завтра зоопарк не будет работать. У них будет сандень. Санитарный день? Да. А еще сегодня сначала в Приморском суде позвонили и сказали, что заложена бомба. Да. А потом в Киевском позвонили тоже, сказали, заложена бомба. Эвакуировали людей срочно. Всех эвакуировали, кто там был. Ну, я так поняла, что ничего. Мы же проезжали Приморский. Все тихо, спокойно. Опять, это уже не первый раз, кстати. Уже это же было. Телефонные террористы, я думаю. Да. Ну как-то ж нашли. Уже один был случай, что вокзал позвонили, да. Сказали, что заложили бомбу на вокзале, а ничего этого не было. Ну, его нашли, этого звонильщика. Вот. Вот такие у нас новости. А что ты там насчет мэра читала? А, да, да, да. Что-то опять. Опять не открыли, а продолжили дело, что его обвиняют, мэра нашего Труханова, что он в 2016 году якобы причастен к коррупции, бюджетные деньги он, ну, сколько, 96 тысяч? 92 миллиона. А, 92 миллиона гривен, да. Он, что, ну как это, он их, наверное, не туда применил или, ну, в общем, говорить, вряд ли, а ну, да, и опять, ну, оно и не закрывалось, я так поняла, да. Что опять бы, это с заводом связано, Краяном бывшим, да, точно, точно, заводом Краян, что они его якобы или купили, или продали, в общем, там темное дело, и прокурор требует арестовать. Да, требует арестовать. Было уже заседание, но Труханова на заседании не было. Он говорил по видеосвязи, он плохо себя чувствовал, и очень плохой был интернет. И, в общем, так ничего не решено было, и прокурор потребовал, чтобы уже следующее заседание Труханов явился и был лично. И, ну, он не один с его там замами, помощниками. Угу. Там их есть прилично человек. Сколько? Это. Вот. Также еще в Одессе открылся фестиваль джаза. Ух ты. Да. Будет в разных местах идти. В разные дни, в разное время. Вот. И 29 апреля будет спектакль, или как-то даже не спектакль, аргентинская танго. Тоже, наверное, филармонии? Не-не-не, в Мускомедии. А, Мускомедии? Да, в Мускомедии в 16:00, если я не ошибаюсь. Будет, ну, как, да, должно быть интересно. Ну да, танго все-таки аргентинское, это должно быть очень яркое какое-то представление, потому что танго это... А в Горсаду еще какие-то, да, мероприятия? В Горсаду?
Ну, я не знаю, что... Нет, в Горсаду был фестиваль книг, он уже был, закончился, да. Вот я слышала, что говорят, что вроде бы как должны подниматься цена с 1 июня, цена на топливо для машин. Ну, вот на бензин, на соляру, газ для машин. Нет, это не, я думаю, что это неправда. Почему? Потому что вот даже я вот видел АМИК, по-моему. Ну, не имеет значения. Заправку, да. Так там, наоборот, выходные дни даже на 3 гривны бензин дешевле. Да? Да. Вот, на выход, на субботу, воскресенье дешевле? Дешевле. Сосед, серьезно? Да, сосед заправляется на 3 гривны. Да, 3 гривны. Да, это прилично. Поэтому я не думаю, что бензин и соляра, а газ так вообще 21,50. Да? Да, смотри, к вечеру все, это какая лестница здесь? Да. Это гостиница, видите, да. Дворянский отель-ресторан. Красиво. А мы как-то, помнишь, зимой шли, а здесь не было, а теперь столики и зонтики, да? Здорово, да? Да, красиво здесь. Дом отреставрировали, конечно. Да, интересно. Я не знала, это тебе кто? Виталик рассказал? Да. Какой там двор интересный. Как? Это были простые. Да, смотри, как тебе вот эти. Подвальные окна. Да, класс. Так необычно. Магазин настольных игр. Симпатично. Все для людей. Да. Смотри, все зеленое. Все. Да, слушайте, все зеленое. В тюльпанах, в листьях, в кошках. Не, ну как можно пройти вот эту мимо этой красоты? Ну ты посмотри на нее, на эту невозмутимость. Ой. Двигатель горячий, видно, машина приехала. Она теплая, да. Да. Смотри, там прошли мы тюльпаны, смотри, здесь. И уже, да, тюльпаны вроде бы, да, как отцветают, но нет, смотри, сколько тюльпанов. Ой, какая прелесть. Вот новые, вижу. Да, поздние тюльпаны. Поздние. Красиво. Ну, видишь, ветерок уже, да, сегодня целый день очень тепло. Мы выходили, было плюс 18. Это мы выходили, где? Около сколько было время? Четыре. Четыре, да, часа где-то. А сейчас вот уже немножко поднимается ветер, но все равно очень тепло. Есть такие раздетые. Мы сегодня видели, мальчик шел в майке и в шортах, с голыми ногами, с голыми руками. И ему не было холодно, ему было комфортно. Ну, кто как, с этим вот кафтан, тюльпан, как здорово. Да. Немножко прошлись мы с вами. Конечно, когда зацветет акация, это будет... Ароматерапия в Одессе, да. Кто-то мне написал тоже, когда зацветет акация, запахи, да, когда цветет акация, запахи стоят просто невероятные. Ну и сейчас, конечно, все равно пахнет весной, чирикают птички, кошки. Замечательная погода, просто замечательная, да. Покажу. На ту сторону еще солнце падает. Да, падает солнце. Ну, сейчас темнеет. Да. Вот видите, уже зелень, и уже не увидите всю кирху. Но ее видно. Да. Все равно видно. А, кстати, можно посмотреть, что там. Что-то в кирхе тоже я читала, что-то должно быть. Да? Ну там, по-моему, по воскресеньям, каждое воскресенье. Не каждое. Ну, в основном. Ну что?
Здесь тоже интересно, очень красивый двор и ворота здесь очень красивые. Да, очень вот больше колодец там. Ага. Ну, я не знаю, я уже как-то показывала. Здесь всегда закрыто, всегда. Вот так, да. Ага. Очень красиво. Здесь эти ворота всегда закрыты, даже в мирное время они были закрыты всегда. Что, все, да? Да. Будем заканчивать. Будем прощаться. В прошлый раз мы с вами не попрощались. Вы извините. Сильно что-то почему-то поспешили. Но теперь мы вам скажем всем, будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пусть у всех наступит завтра. Пройдем здесь еще немножко, я вам покажу. Кто-то видел, кто-то не видел.